Привет! Это программа «О чем думают животные». В свободное от работы время, как и все вы, мы с братом любим посмотреть ролики на YouTube. И, естественно, самое интересное для нас – всевозможные видео про животных. Буквально недавно мы с братом смотрели ролик о том, как кот лижет пылесос. Я вдруг подумал, ведь вы даже не догадываетесь, о чем он в этот момент думает. А узнать мысли животных – это ведь очень интересно. Что? Игрушку тебе купить? А свою-то куда дел? Как потерял? Ну, мы еще только учимся читать мысли животных. А вы пока посмотрите ролик. Мы с моим любимым псом Джесси просто обожаем прыжки с парашютом. Мама. Он не боится высоты 2-3, а иногда даже 5000 метров. Мама. Он уже прыгал 10 раз и уже готов к новым вершинам. Мама. Вот скоро мы попробуем прыгать уже без парашюта. Мама. И без меня. Мама. О боже, какой мужчина. Достал. Где мои губы? Где, я спрашиваю, мои губы? Я изначально был против этой операции! Где мои губы? Здравствуйте, вы верите в Бога? Вы достали сюда ходить! Это было просто супер! Ты настоящая бомба! Просто фурия! Я как будто попал в космос! Я прямо в звездах! Ты, наверное, всем такое говоришь? Нет, ты одна такая! Опа, Гангнам Стайл! Блин, что ж за песня-то такая? Ничего с собой поделать не могу. Еще из каждой машины звучит. Опа, Гангнам... Да ну нафиг. Офигеть. Посмотрел 9-ю серию «Игры престолов». Ну, спасибо вам, сценаристы. Барсик, иди есть. Ага, есть. Сейчас. Я вам теперь, люди, больше не доверяю. Никому. Попугай, ты из моей миски ел? И чё? Чё, ничего, я спрашиваю, ты из моей миски ел? И чё? Чё ты чокаешь? И чё? Чё ты чокаешь-то? И чё? Купил хозяин попугая на Люберецком рынке. И чё? Быдло, а не животное. И чё? Да ничего, всё, расслабься. И чё? Да как с тобой с дегенератом разговаривать? И чё? Всё, ничего, иди отсюда. Чё? 3 года тебя терплю под одной крышей. И чё? Ходи, оглядывайся. Все, я сказал, уже 10 вечера, нельзя. Тамар, ну продай пиво. Я сказал, нельзя уже, 10 часов уже. Тамар, ну трубы горят. Иди отсюда, алкаш. Как меня все достали. Ну и чего ты снимаешь? Ну вот чего ты снимаешь, объясни мне. Лошадь в оке, что ли, в первый раз видишь? Ну что такого, лошадь в оке? Да, не могу я себе позволить Бентли сразу, и чего? Чё вот ты снимаешь, объясни мне. Ты ещё в YouTube выложи и напиши «Лошадь в оке». А-а-а-а. Страна дебилов. Лошадь в оке, им смешно. Мам, пап, я дом, я спать. Ага, какая она вкусная, это ты. Она же просто потрясающе вкусная. Это же всем дыням дыня, это же такая вкуснотища. Я бы никому такую не отдал. Это же вкусняшка, вкуснотеева, вкусночашка, вкусно где дыня. Нет дыни больше, всю дыню съел. О боже, какая она вкусная, потрясающая дыня. Есть еще дыня? Нет дыни. Какие пальцы? Вкусные, вкусные пальцы. Я таких пальцев никогда не ел. 1, 2, 3, их целых 10 этих пальцев. Это какой-то кошмар. Я так больше не могу. Это какая-то пытка. Хозяева, вы мне либо операцию сделаете, либо бабу найдите. Я скоро помру так. Собирайся, прямо сейчас едем на дачу. А как? На дачу. Прямо сейчас едем. Так, все, я готов. Я почти все. У меня сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды. Мне... Так, где тапки мои? А, слушай, а кто еще едет? А? Антон едет? Витька? Сашка? А? Маринка? Петр Сергеевич? Катаняны? Антон? Все едут, да? Вообще все едут? И даже Виктор Степанович едет. Виктор Степанович, мне надо же быстрее коньяку купить. Как же, Виктор Степанович, ты без коньяку? Так, я за коньяком побежал. Куда я побежал? Мне же не продадут. Так, все, сейчас собираюсь, едем. Так. А что там делать будем? А хотя, что, какая мне разница, на дачу же едем.
А мяч можно взять? Да можно. Ага. А два можно? Да можно, бери. Ага. А три? А четыре? А пять? А зеленый? Можно, ага. Слушай, я не поеду.